Так, я в гостях. Только что отправила маму. И теперь я, короче, тут шаурму ем. Всем привет! Я уже дома. Ой, наконец-то я отдохнула. Только что так хорошо наелась. До этого была такая злая, короче, все бесило, как еда, короче, влияет на нас. И вы знаете, я смотрела видео только что про анорексию, про девушек, которые были на диете. Так вот, они говорят, что не экспериментируйте с едой. Это говорит очень серьезно. И вы знаете, действительно, я помню, что был период, когда у меня не было возможности купить еду в Киеве. Ну, был такой период. И я помню это состояние. У меня было похожее состояние. И я тогда реально тоже похудела. Но тогда было, короче, такое, что у меня не было денег на еду. Но, и потом, когда ты долго не ешь, ну, как бы, можешь день, два, три не есть. Потом не хочется есть. И желудок стягивает. Ну, в общем, ты идешь к гибели просто. И тогда, помню, какой-то парень, который работал грузчиком, приносил мне еду. Он был женатый, он с женой подходил. Молодой парень, ну, старше меня, естественно, но все равно. И он видел, что я с каждым днем просто... Вот такая становлюсь. А потом у меня спасло болезнь, спасла. У меня иммунитет упал, и сильно простудилось ухо и почки. Я приехала домой. Но у меня был один плюс. Я ела мороженое. То есть, но я все равно на одном мороженом вот такая, короче, была. Когда меня видели соседи, они говорили: «Марина, не едь больше в Киев». Я была вот так. Жалко, что не осталось фотографий, тогда не было. Короче, смотрела, что из этого состояния тяжело выйти самому, потому что, ну, если, ну, у меня не то, что я там не хотела есть, у меня просто не было денег, и я не знала, ничего не предпринимала, бы я не знала, что делать. А те девушки намеренно не ели. Тут разница. Одну там что-то толстое называли, еще и родители подкалывали, вторую там еще что-то. Ну, в общем, те, кто намеренно, те сложно выходят, потому что они сами сделали выбор. И потом они только через лечение вышли с этого состояния. И даже когда они начали есть, они теряли вес, потому что организм уже не принимал еду. Самое интересное. Это я хочу сказать тем, кто неимоверно худеет и не ест те продукты. Так вот, есть надо все, просто больше двигаться. Когда ты больше двигаешься, воду пьешь, у тебя разгоняется метаболизм, и все происходит само собой. Ты худеешь и подтягиваешься. А если просто не жрать ни хлеба, ни того, ни сего, в итоге ты можешь стать анорексиком, и это болезнь. Грань теряется между нормально и ненормально. В общем, такие то дела. Поздно видео сегодня загружаю, потому что пока приехала, пока туды-сюды. Так, сейчас покажу, что купила. Не что купила, а что мама передала. Вот картошки. Ну, я могла бы сама купить картошки, но раз она уже мне напхала, и то я половину отказалась. Ну, там зелень моя, ну, вот эта капуста, огурцы. Я половину не взяла, потому что она очень много принесла, и я отправила его назад все. Цибулю я уже почистила, кабачки. Короче, картошка по 10 гривен килограмм я бы могла и тут купить, не проблема. Просто что... Маме тогда будет неудобно, что
Я ей, короче, и то, и то. Ну, я просто свою маму знаю, что она будет обижаться. Короче, дала ей еще 200 гривен, пополнила номер на 50 гривен. Пришла домой, переоделась, потому что так в маршрутке воняло жутко. Ну, алкоголики эти воняли. Парни, молодые алкоголики уже, поспивавшиеся. И, короче, отхожу. Так что девчонки советуют не экспериментировать с едой и посылать всех нахрен, кто каким-либо словом хочет подчеркнуть вашу полноту, особенно тех, говорит, парней, которые говорят, я люблю худеньких. Вот они советуют, что... Ну, я оставлю ссылку в описании, либо посмотрите в плейлистах моих понравившихся видео. Говорит, вам дороже свое здоровье или неизвестный человек, который даже не любит вас. Это точно. И девчонки такие симпатичные, красивые. Одна говорит, что сколько бы я ни весила, ей все время казалось, что у нее большой живот. Что это, ну, сдвиг по фазе. И лечили потом в психдиспансере. Их потом, короче, заставляли, ну, как сказали, за каждый съеденный завтрак там им давали какие-то фишки, а фишки обменивали на звонок родным там или еще на что-то. Ну, в общем, таким образом только. Но тут важна психология, чтобы повернулись мозги обратно, и здоровье они свое подорвали. Конкретно при том подорвали. Они, многие говорят, вообще ничего почти не ела, только... И когда пытались покормить, она не могла есть, ну, не хотела просто. И потом ей сказали, что ты просто можешь умереть. Ну, в общем, одна сознание потеряла, так пришла в себя, а вторая еще что-то. Ну, в итоге они бы умерли, если бы они не пришли в себя. Потому что много людей умирают. И самое страшное, что к этой болезни не относятся как к болезни. Думают, да ладно, все нормально, она ж худеет, это ж нормально. И вот эти девочки говорят, не экспериментируйте с едой, говорят, не надо. Как идет, так и идет. Конечно, если у кого проблемы, что кто-то жрет по 5 тарелок, то, естественно, тут что-то не то. Но если вы просто едите продукты обычно 3-4 раза в день, то это нормально. Но я вам могу вот сказать, вот как только я перестала есть мясо, хотя я сегодня же ела шаурму, ну там чуть-чуть было этой курицы какой-то копченой, у меня исчез голод, у меня исчез вот этот дикий голод. Поэтому просто надо, если есть расположение, отказаться от мяса, и тогда уже будет вам легче. Ну, в общем, я себя не вижу толстой в зеркало. Ну, я себя вижу, ну, не худой, но, в принципе, если я буду много двигаться, то я буду абсолютно нормальная. Я и сейчас нормальная, я никогда худой не была. Но просто если больше двигаться буду, то будет больше подкачанное тело, исчезнет на некоторых местах целлюлит. И так я себя чувствую. Что я чувствую, что я в нормальном, ну, теле, в нормальном весе для своего возраста. Просто малоподвижный образ жизни приводит к тому, что немножко обрастаю жиром. Плюс еще стрессы разные и операции, это все сказывается. Тем более в 40 лет ты не можешь выглядеть, как ты в 20 лет выглядела. Разве ты спортом занимался? Разве что спортом занимался, ну, занимаешься, если здоровье позволяет. Так что занимайтесь спортом, если можете. Плавайте, ходите много. И занимайтесь своим любимым делом. Это я так думаю. Проверим. Следите за моим видео, и вы увидите, как изменится мое тело и вообще, когда перееду в Польшу. Все, на этом. Всем добра. Продолжим. Мне не хватает полминуты до 10 минут. Короче, что-то цокнуло, непонятно что.
Короче, что могу сказать? Еда поднимает настроение. Вот я пришла очень злая. Я сняла одно видео под таким злым настроем. Но потом, когда я поела, я поняла, что я не хочу это видео размещать. Я взяла его, просто удалила и сняла новое. Поэтому могу сказать четко, что настроение совсем другое, когда ты поешь. Потому что еда – это основа практически нашей сущности. Потому что без еды мы начинаем быть злыми и нервными. И не стоит отказываться от питания. Конечно, если вы не поедаете целыми ведрами, тоже это вредно. А если вы просто едите, и у вас какой-то там вес, то значит, ну, лишний, то значит, вы просто мало двигаетесь. Активнее надо. Для того, чтобы активно двигаться, надо просто найти работу, связанную с подвижностью. Иначе не будет дела. Никакие спортзалы, клубы, они немного помогут, если регулярно. Но если их обходить, сачковать, то ничего не получится. Работы надо. Постоянно, чтобы было в движении. И тогда будет толк. Если у вас есть лень, нет желания, то тоже навряд ли, что получится. Но уменьшение еды только приводит к раздражению, нервному такому срыву. И опять же болезням, только уже другим. Так что питайтесь и не болейте.